Иллюзия. Привет. Если мне сегодня суждено умереть, я хоть выглядеть, оставь в покое мои вещи. Хочешь порадовать дикую охоту? Женщина делает макияж только за тем, чтобы порадовать себя. Хорошо, что ты здесь. Рада тебя видеть. Я думал, ты будешь раньше. Сначала я вообще сюда не собиралась, но потом передумала. Почему вдруг? Есть вещи, которые женщина не должна объяснять никогда. Чародейка в особенности. Ну как, нравится тебе Каэр Морхен? Больше, чем Велен. Но это не трудно. Как дорога, без происшествий? Я сюда едва добралась по всем этим горным тропинкам. Собирай всех, начнем совет. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йен окружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Я пойду с вами. Всегда легче выйти на врага, чем ждать. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. С такой магией мне не справиться, поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт, приготовить нам 2 меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь.
Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, Дикая Охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор — последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Самое главное для нас — Цири. Это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Мы всегда полагались на эликсиры. Надо сварить их как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Геральт, Ламберт и Лето ждут в лесу. При помощи Двимирита они будут закрывать порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников попало в крепость. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Я хотел поговорить о том, к чему готовиться. Спасибо, не интересует. Поговори лучше с Цири. Смотри, какая она мрачная. Эликсиры. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. Возьмем с собой Лету. Ты знаешь, что я об этом думаю.
есть минутка? Серьезный разговор. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не надо ко мне относиться как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда. Все будет хорошо. Видишь? Началось! В лес!
Когда все кончится, скажу Йеннифер спасибо. Это заклинание просто нечто. А еще невидимость. Гончие могут тебя учуять. К ним не приближайся и помни, в бою тебя будет видно. Он всегда столько болтает? Только когда нервничает. Кстати, отличные вышли бомбы. Целься точно в портал, не трать их попусту. Двимерита у меня больше нет. Ян говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем поздороваемся. Не спеши. Пока что лучше не высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Значит, Мерегольд умеет вызывать не только стаи бабочек. Сейчас увидишь. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Мерегольд, лучше сразу дай мне по башке. Волчьи ямы Роше. Все просто отлично. Отлично, если мы в них не упадем. А ведь еще бы чуть-чуть, мать их. Спокойно, Роше знает свое дело, под нами не провалится. А вот под охотниками в полных доспехах, с гарантией. Ненавижу порталы. Дело сделано. Геральт, сюда! Смотри, они перестраиваются. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Попробуем его убить? Я бы не рискнул. Педик. Что там с Мерегольд? Зараза. Должна была ждать внутри! Я не буду сидеть сложа руки, когда вы рискуете за меня жизнью. Вернись внутрь! Нет! Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера! Давай к ней!
Большой отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Отходим!
к воротам и во двор! Ну что, паскуда? Давай на место! Лера, мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты, значит... Он справится. А мы должны помочь Трис. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. Что с Эстелем? Надо отходить! Он в беде! Я иду к нему! Помни про камень, который я тебе дала! Я тоже так умею. Спасаешь мой... Спасибо. Надо открыть им ворота.
Эскель открыл ворота. Можно отходить. Отходим. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Они проходят сквозь щели! Двемеритовые бомбы. В ящиках у стен есть еще. Стерль, держи! Я сотворю круг жизненной силы. Нужно закрыть портал, иначе мы погибнем. Тебя не бросит. Вы, люди, так непрактичны. Сири! Нет! Я запрещаю! Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Теперь беги! Нет!
Я не успела ему помочь. Это не твоя вина. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Если бы не ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, Дикая Охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Надо готовиться к погребению Весемира. Не вини себя. Ни один ведьмак не умер в своей постели. Ты не знаешь, как это, когда ради тебя умирают те, кого ты любишь. Мы все знали, на что идем. Да, и спасли меня. Только надолго ли? На неделю? На год? Мы спрячем тебя. Заметем следы. Нет. Хватит прятаться. Лафаэль. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет.